красочный салат Саиво идеален для тех, кто придерживается правильного питания или диеты. Блюдо оценят веганы, вегетарианцы и сыроеды. Яркий салат получается не только вкусным, но и очень полезным. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Айву выбирайте спелую с ярким ароматом. Морковь очистите от кожуры и промойте в воде вместе с айву и яблоками. Яблоки и айву нарежьте на 4 части и срежьте с них семенные блоки. Промойте еще раз. Натрите все продукты на терке для моркови по-корейски. Сразу же сбрызните их лимонным соком и перемешайте, чтобы нарезки не потемнели. Добавьте патоку или цветочный мед и снова перемешайте. По желанию можно влить немного оливкового масла или льняного, если любите более сочные салаты. Мед можно заменить сахаром. Выложите салат на тарелку или в салатник, пиалу. Подайте его сразу же к столу, пока в нем максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!